У Наташи. Наташа, как всегда, в своем вот репертуаре. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня у нас будет, как всегда, обычный ежедневный день. Влог. День влог. В общем, я знаете почему? Потому что отвлекаюсь. Знаете, когда думаешь об одном и говоришь другое, то ты мели и мели твоя неделя. В общем, ко мне в гости сейчас пришла Оксана, у них отключили воду горячую, а у нас пока что еще нет. Вот очень удобно. Когда у нас отключают, можно ходить мыться к Оксане. Когда у Оксаны отключают воду, она может ходить мыться к нам. А еще лучше, значит, когда воду отключают, ты уезжаешь в отпуск. А это вообще шикарно. Да, вот я так и мечтаю сделать в этом году. В общем, мы сейчас собираемся в гости, нас пригласили в гости, у нас друзья переехали, купили квартиру, переехали в другое место жить, и, в общем-то, мы еще у них ни разу не были, они переехали уже, наверное, месяца 4 или 5, да, прошло, вот, там как раз-таки Ванина подруга Маша, он идет гулять, играть к ней, а мы с Оксаной, соответственно, ну, а мы взрослые собираемся, ясно. Но я хочу вам показать кое-что другое про купальники. Вот я сейчас была на садоводе, и я сейчас вам показываю результат двухгодичной носки купальника. Та-дам! Вот это вот один и тот же купальник. Вот такого цвета он был у меня изначально. И вот таким он стал после очень продолжительных купаний в бассейне. В бассейне, стирки в стиральной машине. Ну, в основном, конечно, из-за бассейна, потому что в бассейнах очень часто, ну, не очень часто, а они все с хлоркой. И, соответственно, вот такой цвет у купальника становится. Оксана даже мне сейчас не поверила. Я ей показывала. Она говорит, не может быть. Говорит, это что? Говорит, один и тот же купальник. Да, это вот один и тот же купальник. То есть вот из красного он превращается в розовый. Единственное, что, знаете, не меняется цвет. А, я здесь лямки сняла, да? А, не сняла лямки. Цвет лямок вот не меняется. Они как были, так и остались. Маленький. Сейчас ногу сломает, если сядет. Сейчас маму забираем. Сейчас поедем быстренько на дачу. Мамульку забросим. Знаете, как, какой большой плюс, когда у тебя все рядом, все под боком. Дача рядом, магазин рядом, друзья рядом, родственники рядом. Мамуль, привет. Привет, привет, привет. С чем тебя папа заколебал? Ой, заколебал это с мусором. Папа делает же там компостер. И все, что дома, мама заставляет туда нести. Поели клубничку? Компостер. Мама говорит, надо. А, вот. Я сегодня этот Ванкувер-то смотрела. И мне что поразило? У них, в общем, дома в квартире 6 урн. Мусорок 6. Обалдеть. Пластик в одну, бумагу в другую. Там отходы в третью. И самое главное, знаете что? Она показывает, как утилизируют бумажный пакетик от чая. В общем, от чая там две скобочки в одну, это металл, сама бумажка в другую, и, значит, веревочка в третью. И я говорю, так компостовать, это, в общем, мусор этот комплектовать, помилуй, сохрани. Как красиво сейчас самолет на посадку идет у нас. Вот здесь вот эта вот трасса, я ее прям обожаю. Вечером иногда выхожу и всегда наблюдаю, как самолеты все на посадку идут, как вот он там заходит. Наташа, кстати, тоже видно. Вообще, смотрите, сегодня какое небо красивое. А вчера было... Слушайте, вчера было, это вообще жуть. Ну, я не знаю, Вань. Дело в том, что погода у нас очень сильно, мне кажется, в Москве переменилась. Вот за последние 10 лет какие-то вот в этом году грозы. Какие-то вот одни сплошные грозы. Причем грозы такие продолжительные вечером, допустим. И 5 часов может грохотать. А я вчера пошла ходить вечером, как всегда. Оксана чуть вчера в 9 пошла ходить, а я раньше в 7 часов. И как раз вот эта вот вся чернота впереди. Ну, думаю, успею. Ну, правда, успела. Час походила и уже потом сколько назад возвращалась. Ну, вчера у меня что-то было, я тебе говорила, 12-800, что ли. Ну, это же не за час. Вот у меня за час получается ровно 9000, вот если час. А если полтора часа, то это уже 12, там 13. Ну, наверное, больше. Я же еще вчера до тебя шла, до работы. Нет, вот ты говоришь про погоду. А я хочу сказать, мне такая погода очень нравится. Почему? Во-первых, чисто, скажем так,
дачу поливать не надо. Днем стоит жара, ты на дачу заезжаешь, отдыхаешь, можно съездить покупаться. А вечером, когда начинается полив, у тебя начинается гроза и дождь. И это мне доставляет вообще несказанное удовольствие, потому что пока ты была в Крыму, мы с мамой поливали каждый день, это сойдешь с ума, если честно. Встречает нас Мария, и как она уже уверена на своем сегвее катается. Как ты не боишься, Маш? Да это легко. А если ты не сохранишь равновесие и улетишь? Да нет, у меня стоит эксперт, и это мне очень маленькая. Как эксперт, объясни. Ну, это самая большая скорость, которая может, а для меня она очень маленькая. Ну, то есть не больше 5 километров, что ли? Вань, мне кажется, ты бы сразу улетел с этой штуки. Обалдеть. Маш, ну, наверное, надо в шлеме. А вот если вот ты вот возьмешь и слетишь с этой штуки? Ну ты молодец, у тебя уже практика, в общем, что я могу. А ты хочешь попробовать на такой штуке? Боишься? Решила прокатиться все-таки. Я не решусь. Вперед. Если вперед, то это с детства так просит. Ну смотри, Машка, раз легко. Слышишь, я не с детства, ага. Это нужно равновесие держать. Очень-очень хорошо уметь равновесие. Современные подъезды. Но пока что дом новый. Видите, здесь все еще в облицовке. Вот такой вот огромный-огромный здесь коридор. Сколько лифтов? Один лифт или два? А сколько объявлений? А, вон еще второй лифт. Стяжка пола. Что хочешь? Надо сейчас печати делать. Нет, это вот, кстати, лифт, он будет потом зеркальный, красивый. Здесь каждый пишет, кто кому что нравится. Слушайте, реклама. Наташа. У Наташи, как всегда, в своем вот репертуаре. Но она еще не доделала. Но это же вообще сказка, понимаете? Вот Наташа, она любит, чтобы все было красиво. Что если вот она сервирует, в отличие от меня, мне абы как, да? А здесь вот зона, видите, как выделена вот так вот. Весь стол, он скатерть такая прям золотая. Красиво, как все стоит. Бокальчики, стаканчики. Наташа причем занимается. Здесь... фрукты. В общем, красота. Красота потрясающая вообще. В общем, вот эта двушка, но ее переделывали как под трешку, потому что здесь нужно разместилось, чтобы семья из 3 человек. Поэтому вот так вот сейчас, видите, делают окна в одну сторону выходят, и тут же в другую сторону выходят, что вот очень удобно. В общем, шикардос. С вами смотреть. Вот смотрите, двушка, да, представляете? Здесь, Наташ, не было ни перегородок, ничего, да? Вы заказывали... Здесь стоял пилон. Ага, вы заказывали индивидуальный проект. То есть здесь дизайнер работал. И он вот так вот разделил, чтобы была гостиная, столовая, тире. И в том числе, чтобы было уединение для ребенка. Да, то есть, как бы, вот такая вот детская комната у Маши. Ой, какая красивая. Здесь, видите, такое ощущение, что висят рамки. И здесь в рамке, знаешь, обои так подобраны, интересно. Какие-то свои достижения нужно вставлять. Очень красивая кровать. Она, наверное, еще раскладывается, я так подозреваю, судя по всему. Шторы, все подобрано вот прямо по дизайну. Тут же стоит вот эта вот икеевская полочка, где все книжечки, все убрано. Шкафчик, он тоже, как всегда, идеальный порядок. И небольшой стол для того, чтобы ребенок занимался со стулом. Красота, да, Вань? А куда Маша-то убежала, я не поняла? На первый этаж куда? А, ты уже скучаешь, да? Не. Наташ, ну вообще здорово, вы такие молодцы. Мама, смотри. И мне очень нравится коврик Сыгни здесь назад. Такой вот ненавязчивый, все по цвету. Вот у тебя тоже, да, был такой ящик для игрушек. Куда же вы без игрушек-то? Без игрушек вы никуда. А здесь еще что-то у вас такое, видимо, телевизор что ли, да, был? Убрали тебе, да, правильно. Просто... Машке он не нужен, зачем да, он ей? Мне не нужен, он просто висит. Да. Ни туда, пойдем ни сюда. Очень красиво, прям вообще очень. Вот, ну, ей достаточно, Маше, места здесь. Она же не раскладывает, правильно, диван? А он вот разложен. А, это он уже в разложенном? То есть его уже больше не разложишь, да, никуда? Ну, он вот такой, получается, вот это вот так поднимается. Ага.
Так, она даже так там сейчас, но у нас тут. Ну, конечно, спит. Она. А, папа спит. А Маша. Где же Маша спит? Кухня, представляете, Наташа говорит, 400 тысяч кухня стоит. Это вообще просто. Но это кухня Мария. Все встроенное. То есть встроенная духовка, встроенная микроволновка. Встроенные. Вот, допустим, у нас тут как раз. А, здесь очень хорошая раковина. Это измельчитель там, да? Да, вот смотрите, раз, как такая птичка, что мы положили сюда. Ух ты. Так. А куда потом девается это все? В канализацию уходит? Измельчилась канализация. Прикольно. Тут же розеточки все сделаны. И сделана еще фарма. А, здесь тоже поднимается, да, вот эта штука? Очень удобно, все закрыто. И она белая, видите, ненавязчивая. То есть, как бы она место... Ну, то есть, здесь, грубо говоря, место только чисто для готовки. Вот ты приготовил, сюда перенесся и покушал. Не было никого. Как? У вас же был дизайнер. Ну, же она только писала. Померила, и все. Нет, смотрите, как красиво, Наташа, так вот. Тут как картина получается, с одной стороны. А с другой стороны, вот все уже непосредственно, видите, беленькое все. Красивое. Ну и балкон. Балкон еще делается пока что в процессе, но тоже очень хорошая доска. Прикольно. А главное в доме, это, конечно же, ванна и туалет. Очень, ну, машинка такая суперская. Была наша. LG, да? Но это которая с сушкой, по-моему, или нет? А такой барабан у нее огромный. А удобная раковина такая в использовании? Тебе удобно? Ты до нее дотягиваешься? Вот. А, ну удобно, да. Здорово, с подсветкой. Все есть. Все, ну, все. Но она небольшая. Вы же тоже сужали, да? За счет нее кухня у вас получилась. Ну, что такая небольшая. Да, все переносили, все, что можно, только все переносили. То есть получается, что душевая кабина, и все это вниз идет. Ваня, мой руки. Молодец. Ваня знает, что нужно, как только прийти, сразу помыть руки. Вот знаете, вот как вот есть люди, у которых есть природный вкус. И вот я смотрю, как вот все подобрано, да, вот со вкусом. Штора, вот как-то я себе выбирала как-то, ну, мне надо еще пойти вот выбрать получше. Ну, как сделано наверху, вот это, я не знаю, как правильно называется, драпировка или как вот. Очень красиво сделано, что как вот это вот резиночкой такой. Наташ, ну, это ты заказывала, да, на заказ тебе делали по размеру или как? Красиво, что вот очень вот это вот красивая гармошкой, наверное, наверху сделано. Вообще потрясающе. Надо взять у тебя координаты. Я тут хочу такие шторы. Ну, здесь, знаете, вид такой лес. Лес и все. Лес и все. Это вообще самый шикарный вид, какой только может быть. Наташа, я не перестаю удивляться. Сейчас мне опять скажут, какие вы хозяйки, какая Наташа. Ну, что есть, то есть, понимаете? Она вот это вот опять сделала сама, самостоятельно. Коронный торт «Пьяная вишня». Не корону, первый раз сделала. Ну, вот первый раз, а какой он у тебя красивый получился. Я говорю, хоть я и не ем, но я в любом случае съем. Ванюк, а ты что прибежал? Ваня прибежал, посланец от Маши. Наташ, ну это рецепт расскажешь коронный? Потому что потом мне опять все будут, понимаешь, пытать. Очень долго, в общем, смотрите рецепт в интернете. Внизу, и кто, какой рецепт подойдет, тому приз подарит iPhone 8. Слушай, iPhone 8. Смотрите, лежат, я не буду пока... Лежат. Сколько? 39? Да я не люблю что-то айфоны. Мне вот андроиды как-то больше по душе. Миллионному просмотрщику. А, миллионному? Тому айфон? Ладно, согласна. Если видео наберет миллион просмотров, тому айфон. Кто отгадает? Ой, ну красота какая. Обалдеть. Внутри вишня, да? Но самое главное сверху вот это вот так красивый такой протертый Наташа, шоколад. То, что тупой. Да. Вишня, вишня. Зимняя вишня. Нет, какая там вишня? Вишня, вишня, зимняя вишня. Прекрасных ягод аромат. Да, вот прекрасных ягод. Снег ложится. Смотрите, какие тут ягоды. Обалденно. Худеющие, слышишь? Где в гостях худеющие? Не, ну это Оксана худеющая. Ты уже сегодня подумала,
Лена уже забилась сегодня на худение, не знаю. Не, ну как вот такую красоту приготовили, как я могу отказаться? Вот напишите, кто откажется. Вот напишите, пожалуйста, в комментариях, кто откажется. Вот такой торт, который Наташа вчера готовила на протяжении 3 часов, она с ним мучилась, она старалась. И ты придешь такой и скажешь, я на диете, я не ем. Я так не могу. Это неуважение. От худеющей Оксаны. Но даже она не может отказаться, правда? Нет, я не могу, конечно. Да. Старался. Да шоколадное все, да вишня. Ни в одном ресторане тебе такое не подадут. А еще Наташа мне сделала вкусное мохито безалкогольное. Да. Просто там уже листики, все осталось, но очень вкусно. Ну, Наташа, я говорю, нам есть у кого поучиться и учиться. Учиться и учиться. Знаешь, как в детстве, когда пекли, когда еще жирание было. Да. Супер. Что сидим, знаете, как в лесу. Мы сидим вроде бы дома, да? Но сидим как в лесу. В общем, пошла сейчас, началась гроза сильнейшая. И пошел дождь сильный. И посмотрите, вот такая вот у нас картина. Вот такие вот деревья стоят, вековые, считайте. И вот такой вот дождь льет. А здесь еще хорошо, что здесь сверху есть вот такая вот крыша, и сюда дождь не заливает. И то есть вот тут, здесь как бы по идее можно вообще все открыть вот так. Мальчики отдыхают, Юра Жене втирает, как всегда, про свою биржу. А самое главное, как отдыхают дети. Дети. А где Маша-то? Маша пошла за айпадом. А, за айпадом. Во что вы сейчас будете играть? Смотреть видео. Наручники у вас для кого? Раз никто нас не веселит сами. Ну правильно, вы же дети. Вы сами можете столько игр придумать, что аж мы удивимся. Молния, хватит. Просто дождь, будь. Там молния, уйди. И молния, и дождь. А вы бы какой-нибудь фильмец интересный посмотрели? Ютубера посмотрите какого-то. Посмотрите ютубера, а лучше поиграйте. Круто, круто. Круто. Я говорю, вот здесь прям вообще, говорю, лес. Прям такое ощущение, что ты сидишь в лесу, да? Ой, свежесть, воздух. Воздух прям такой, знаете, упоительный от леса. И все это в городе находится, и одновременно в лесу. Вот это прям вообще круто. Все под, да? Под лес, все под город. Ой, вид. Вид на миллион. Вид на миллион вообще. Красота. Красота. Вам нравится? А? Такое ощущение. Что ты в лесу. Ну, да? Реально красиво. Ну красиво, реально. У вас вы цените, главное, вот эти вот моменты и запоминайте. Мама, когда смотришь с нашего окна, кажется, что высоко. Когда смотришь с окна. Это же кажется, что. Не, у Маши вообще вид на миллион. Машка, тебе нравится твоя комната? Не нравится? Ты же, мама сказала, что ты выбирала обои. Я думала, мама выбирала. Это нет. Маша выбирала очень да, красивые обои. Они выбирали. Как обычно, мама. Мама выбирала? Да. Обои выбирали. А мама сказала, Маша сказала, вот такие красивые нет, обои. Только вот эти. Ну, вот эти, я же говорю, вот эти красивые. Это зеленые, изумрудные. Я не понимала вот этот вот, в чем преимущество индукционных печей. И Наташа говорит, что она за 1 секунду закипает, вот тут кофе. Тут есть такая, вот это на 9-ке. Ага. Есть, можно нажать вот так, это H. Это быстро, моментально просто. Обалдеть. А как, раз, а за счет чего она так быстро набирает? Во-первых, тут надо специальная посуда нужна, которая понимает ее. А и вот это? И нагревается, ну это чувствуется. Нагревается, вот здесь вот все холодное, нагревается только то железо, которое стоит под ним. Ух ты, как интересно. Слушай, ну так получается, что здесь специально посуду нужно покупать, да, именно специальную? Да, мы практически все купили специальную посуду. И сковородки все? Да, все сковородки. Но вам хватает вот этой двойной? Да. Ну, в принципе, хватает. Ну да, в принципе, на семью из 3 человек, да, вот так вот. Ну, и духовка же есть, и это духовка, есть, как бы, да, часто готовишь. А аромат кофе, если бы вы сейчас чувствовали, какой классный, да под дождичок, да чтоб сейчас этот дождичок закончился, и мы пошли с вами погуляли, здесь рядом же вот этот вот шикарный пруд, ой, красота, свежесть, так хочется вам передать вот этот запах свежести, но, к сожалению, запахи телефон не передает.
Ой, это очень серьезно. Все, все в лёжку. После стола, да, все в лёжку лежат. А Наташа там. Нет, я считаю, что это очень удачное решение, потому что Наташа нам подает оттуда все. Ну, вообще круто. Что ты детям относишь, да? Дети в отдельной комнате. Полежали. Полежали. Опять полежали. Посидели. И не выгнать их гостей из дома. Нет, слушай, сейчас... Хорошо лежим. Наташа, мы сейчас вздремнем и на ужин. Или что? За июнь месяц информация. Детей отпустили вниз погулять одних. Вот я сейчас стою 5 минут, жду. Ну, мы сейчас вместе с ними пойдем вниз. Сейчас все соберутся, оденутся. Пока что я их не вижу. Но так вот, если вот наблюдать с окошка, в принципе, удобно. То есть, как бы, где они, чего они. Я сказала Ване, четко на площадку, и не вижу их. Куда они там? Вон, за... Вышли? Да. Вышли. Вышли дети, дети вышли. Где? А, все, вот они, видите, соблюдают правила. Маша на своем этом на сигвы. Ваня рядом охранник. Охраняет, бежит, да? Да нет. Без Машки никуда. Да нет. Не-не-не, Маша ему пальчиком это, папа манит его, он за ней бегом. Бегом, Маша там, иди сделай, он бегом. Все, машет, машет, машет. Yes. Так, вот я вас сегодня познакомила с такой замечательной квартирой. Посмотрите, какое здесь зеркало. Точно такое же, как у меня. И шкаф такой же икеевский. Мне сейчас Наташа говорит, у них еще и подвал, оказывается, есть. Помимо квартиры, они еще и купили. Сколько подвал стоил? Ну, когда застройщик его продавал, стоил 25, а я купила за 380. 380 тысяч подвал? Ну, то есть можно, грубо говоря, хранить велосипеды, хотя лифта сюда нет. Но здесь еще надо понимать, что дом только заселяется. Как бы еще не все живут. А, лягушка оранжевая. Оранжевую лягушку вижу впервые. Обычно они зеленые, это она от кирпича, наверное, окрасилась. Смотрите, здесь какой огромный. Слушай, а здесь машины места не продавали, да, Наташа? Ну, подвал зато есть. У елки-палки. Здесь пока охранник сидеть не будет, я бы вечером сюда не рискнула пойти. 3 квадратных метра. 3 квадратных. И она стоит. У меня получилось, что она стоит дороже, чем. А. Ну, вот так. Ну, нормально. Колеса хотя бы там вот на зиму сохранить. Мус, этот строительный материал какой-то, там еще что-то такое. Но здесь все, видимо, купленные, да? Все купленные. Вот, видите, вот такое вот помещение. Ну, тут со своей дверью. Ну, в принципе, мне кажется, здесь дверь, кто будет скрывать от чего, да? Кому это нужно? Самое главное, что у всех такие, а у нас так как далеко от воды. Топит, да? Топит, да. У нас сухо. А здесь, видите, вот наверху эти трубы идут, поэтому подтапливает. Назад едем с Машей. Маша у нас побудет, пока Наташа поехали в магазин с Женей. А у нас Машка в гостях как раз с Ванькой посидят. А Юре заехали на одну минутку, прям буквально показать озеро. Он живет в Зеленограде, понятия не имеет, что здесь вот такая вот у нас красота. Ну, это вот новый 23-й микрорайон. Вот посмотрели вы планировки, то есть квартиры, сколько же метров? 60 с чем-то метров, ну, то есть они все, конечно же, сдаются без отделки, вообще без ничего, свободные планировки, а дальше вы уже делаете все так, как вы хотите, согласовываете этот дизайн-проект, вот они, вот эти вот башни, трешки, двушки, и делаете так, как надо. Ну, а здесь, соответственно, вы гуляете, мы сюда с Оксаной постоянно ходим, а когда же мы ходить? Ну, если я сейчас только Машу оставлю с Ваней... Нет, ну пусть они с Андреем сидят дома, а мы с тобой пойдем походим. И мне потеплее. Покажу, как я одета. Во-первых, я в шортах. В шортах, в очень легкой майке. Но мы шли сюда, было 28 градусов. Была жарища невыносимая. Сейчас сколько? 21, наверное. Нет, 20. 20 сейчас, 20 градусов. То есть, как бы, ну, прям вот свежо так капитально, это знаете... Но у нас дома сюда с Юрой плюс 18 зимой. Ну вы, блин, может быть, не мерзнете, я не знаю. Я мерзну. Вот, допустим, Ванька тоже раздета, Машка тоже раздетая, выбежала. Поехали. Поэтому, да, показали вам немножечко озера и едем домой. И не скупаться. Наизусть поют. Хочешь снова, чтобы я к тебе, пришел. Ваня, а ты подпеваешь? Да. Давайте вдвоем. Это я, между нами молния. С электрическим разрядом 220 вольт, и я. Ну и все, оставила детей сейчас с мужем.
и пошла. У Наташи всегда очень вкусные блюда, но калорийные. Поэтому нужно пойти сейчас час походить это как минимум быстрым шагом. И так как будут вопросы, кто такие Женя с Наташей, часто задают мне такие вопросы, я сейчас немножко вам расскажу. Значит, мы знакомы, это наши старые друзья, мы знакомы уже 16 лет вместе. У нас причем свадьба с мужем в этом году, 30 июня, у нас было 16 лет, а у Жени с Наташей 14 лет. Вместе мы, и свадьба в один и тот же день, 30 июня. У меня и у Наташи с Женей. То есть у них 14, у нас 16. Вот. Ну и, соответственно, знакомы мы 16 лет. Считайте, вместе прошли огонь, воду и медные трубы. На том этапе, когда мы вместе познакомились, еще все жили на съемной квартире. Что они, что мы. Ну, еще не было тогда на том этапе детей, соответственно. У нас такая была веселая, молодая компания. Только мы начинали все встречаться. Потом, соответственно, поженились, вместе играли свадьбу. Потом родилась Маша, Оксана, крестная Маша. Крестили, гуляли. Потом через полтора года родился Ваня. Соответственно, все то же самое. Вместе дети взрослели. И вот, но сейчас очень мало времени остается на встречи, потому что то мы были молодые, было много свободного времени. Сейчас времени не так много свободного. Наташа и Женя, они работают с утра до вечера, пятидневка у них. То есть у нас чуть больше. Но, соответственно, когда люди 5 дней в неделю работают, суббота, воскресенье тоже там дела. Тоже точно так же есть дача. И хочу сказать, что вот там иногда люди, знаете, пишут про друзей. У вас там не так много друзей. Друзей много быть не может. Ну, может быть и может быть, но это работа, поддерживать отношения. То есть это нужно пересекаться вместе. И сейчас вот в это время у многих просто на это не хватает времени. И когда, если друзей много, ты просто не успеваешь между всеми и между семьей в том числе. Ну вот у нас уже, вот видите, как длительно продолжаются наши отношения. И хочу сказать, что друзья, это тоже, знаете, вы должны совпадать по своим каким-то взглядам, по убеждениям, даже по социальному статусу иногда. Потому что если люди, допустим, неравнозначны, там, допустим, у одних одно есть, а другие там не укладываются в эти рамки, то начинается зависть, начинаются не очень хорошие чувства. И это очень хорошо, что мы вместе развиваемся. То есть вот мы были, да, у нас не было ничего 16 лет назад, ни у них, ни у нас. Но со временем, то есть в процессе работы, и у них, и у нас вот все как-то вот приблизительно на одинаковом уровне. То есть мы идем куда-то вот, тянемся, растем вверх, предпринимаем какие-то усилия. Вот кто пишет там, вот, да вам повезло, да то, да все. Да никому ни в чем не везет. Это все вот полноценная работа. Оно просто так никогда ни на кого с неба не сваливается, ничего. То есть все, вот что там, допустим, человек имеет, я не беру в расчет олигархов, детей олигархов, да, потому что, ну, каждому свое. Но здесь, когда вот вы вместе, у вас, соответственно, интересы, потому что, допустим, есть у меня очень много школьных друзей, с кем потихонечку дороги расходятся, потому что разные пути, ну и, соответственно, города. То есть, чтобы с человеком поддерживать отношения, нужно хотя бы близко жить, либо вот как Оксана там, Кристина приезжает, на какое-то время пересекаться вместе, да? То есть она приезжает хотя бы в этот город. А дружить на расстоянии очень сложно. Там писать письма друг другу, все такое. Ну, как бы потихоньку она вот эта вот связь утрачивается. И остаются только вот такие вот самые верные. Но на то они и верные. Ты можешь всем поделиться, все рассказать. И ты знаешь, что это твои друзья, там они тебе помогут в трудную минуту, не осудят и так далее. Вот даже блогинг наш перенесли. Это вы блогеры такие-сякие.
Что вам не сидится? То есть, знаете как, это тоже не каждый принимает и, соответственно, дорогого стоит. Так, ну а я иду навстречу Оксане. Сейчас мы с ней вместе быстренько здесь походим. Ну а всем огромное спасибо, что вы выдержали сегодняшний влог. Как всегда, всем желаю здоровья, добра, позитива. И обязательно увидимся с вами вновь уже по дороге в Рязань. Пока-пока. В зоомагазин Дашке еды купить. Сейчас на минутку сюда забежала. А здесь видите, какой красавчик живет. Кто-то сюда его подкинул. И он прижился здесь. Ну что ты, сладкий. Уже 2 года здесь живет. О, хозяин он уже в этом магазине. Убегая от снов и от прожитых лет, все равно ты себе не изменишь. И от жизни возьмешь только то, что тебе даст Господь, и ни больше, ни меньше.